школе номер 8 для кадетов, химкинских волонтеров и представителей партии «Единая Россия» провели учение по оказанию первой помощи. Инструкторы из медицинского батальона приехали обучить молодых людей тактической медицине. И первый урок посвящен теме, как остановить кровотечение и безболезненно оказать помощь пострадавшему. Я поднимаю штанину, ни в коем случае не травмирую конечность, чтобы не увеличивать боль. А вот медик показывает, что необходимо сделать, чтобы спасти жизнь самому себе, когда ждать помощи неоткуда. Беру за одежду раненую конечность, перевязываю собачок и подтягиваю ее повыше. После того, как молодые люди прослушали курс по оказанию первой медицинской помощи, настал их черед продемонстрировать усвоенный материал. Ребята накладывали себе и товарищам жгуты, фиксировали условные переломы. Экзаменаторы высоко оценили старания учеников. Ребята очень серьезно относятся к получаемой информации, добросовестно все выполняют. Там, где что-то у них не получается, мы обязательно подсказываем. Собственно, для этого мы и приехали. По словам химкинского депутата Артура Каримова, эти навыки пригодятся детям в любой жизненной ситуации. Уверен, что это будет полезно и в мирной жизни, а также, не дай бог, что случись с другом, с товарищем, наша молодежь будет знать, что делать в той или иной ситуации и как быстро реагировать. Обучающий мастер-класс в химкинской школе приурочили ко дню фельдшера. Этот профессиональный праздник в России отмечают 21 февраля. Александр Сергеев, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.